Внимание автолюбителей привлекли к новым участникам дорожного движения. Речь идет о мотоциклистах, которые с первыми теплыми днями спешат насладиться долгожданной поездкой. При этом навыки вождения мототехники после зимнего перерыва сохранились не у всех, что может привести к дорожному инциденту. Как правило, это подростки, дети, которым прям вот горит, у которых в углу в гараже стоит папин или дедушкин мотоцикл. И вот этот вот юношеский авантюризм может довести до беды, потому что многие из них не имеют опыта, стажа вождения. О безопасности дорожного движения в весенний и летний период автолюбителям напомнили 3 апреля. В ходе акции «Внимание, мотоциклист!» представители мотосообществ раздали оригинальные памятки, призывающие чаще смотреть в боковые зеркала при перестроении и пользоваться поворотниками. Участие в мероприятии приняли представители мотоклубов «Ночные волки» Смоленск, «Ночные валькирии» и «Девочки на мото» из Десногорска. Доброе утро. Доброе. Совместно с ДПС проводим акцию. Внимание, мотоциклист. Люди повыезжали на дороге. Так что вы при перестроении поворотники включайте в зеркала, смотрите дважды, вот там памятка. Да, спасибо. Акция прошла при поддержке местного отдела ГИБДД и муниципального волонтерского штаба Десногорска. Сегодня мы вышли в город для того, чтобы раздать нашим прекрасным автолюбителям памятки о том, что нужно быть внимательным, смотреть на дорогу, обязательно смотреть на зеркала дважды, для того, чтобы не произошло что-то непоправимое.